Самаре продолжается уборка снега на всех городских локациях. В телеграм-канале руководителя управления информации и аналитики администрации города Елены Рыжковой публикуются карточки с планами работ по вывозу снега и ямочному ремонту дорог. Также в ночь с 23 на 24 марта производилась откачка воды с улиц Олимпийская, проспект Карла Маркса, магистральное Зубчининское шоссе, Литвиново, Транзитное, Изыскательное, Конный проезд и Товарное. В администрации Кировского района Самары информируют жителей о работе прививочных пунктов в торговых центрах города. В настоящее время они открыты в Гудке, Авроре, Космопорте и Вивалэнде. В телеграм-канале напоминают, что с адресами пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19». Департамент градостроительства в своем телеграм-канале приглашает жителей города принять участие в опросе, нужны ли летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Самары. Опрос проводится на платформе обратной связи госуслуги «Решаем вместе» и доступен по опубликованной департаментом ссылке. Пройти опрос приглашают самарцев и в телеграм-канале железнодорожного района Самары. Граждан просят принять участие в общественном голосовании «Мой выбор, мое будущее» по следующим вопросам. Примете ли вы участие в субботниках на территории района и где вы чаще всего закупаете продукты? Голосование и опрос доступны по опубликованным ссылкам.